Баки, но Кьютару Ван Ван Пэник. Невзрачный и чересчур сложный платформер о призраке, который боится собак, но хочет помочь своим друзьям. Очередная бесконечная история, поддерживаемая мощным пластом анимационных и печатных первоисточников. Но все равно как-то не впечатляет. POW Prisoners of War. Одна из любимых игр детства. Прошел ее, уже будучи взрослым. В битэмапах не силен, но происходящее на экране всегда манило и завораживало. Этот жанр несправедлив к игрокам, поэтому одолел игру нечестно. С читкодами и квиксейвами. Q-Boy. Неплохой платформер с оригинальными фишками, но нелицензированный, что не мешает наслаждаться процессом прохождения и мини-игрой. Выглядит и звучит достойно, сложность приемлемая. RBI Baseball. Первая часть популярной франшизы о бейсболе. Пройти не смог, с трудом осилив лишь один матч. Но надежда все еще теплится. Ведь правила изучены, а поведение на виртуальном поле понятны. CSAT – Special Cybernetic Attack Team – чудесная стрелялка, которая не поддалась в детстве. Сейчас же добрался до финала и в очередной раз спас человечество. В тайтле еще есть что исследовать, и это будет позитивным событием. Эта пятерка игр была достаточно разнообразной. С некоторыми познакомился еще в детстве, о существовании других даже не подозревал. Не все зацепило, но к некоторым придется вернуться. Причем к избранным с превеликим удовольствием.